Акция «На работу на велосипеде» – это не велопарад, и массового старта участников не планируется. 18 мая всего лишь нужно будет скорректировать свой маршрут и по пути с работы или из магазина проехать по определенным местам города. Будут энерготочки, где мы для участников будем готовить какие-то скидки, конкурсы, призы с каким-то кодовым словом. Узнав об этой акции, Сергей Евстратов, не раздумывая, согласился на такой эксперимент. В теплое время года он передвигается по городу только на двух колесах. Когда ты катаешься на велике, ты чувствуешь такое вдохновение, от тебя обдувает ветерочек, ты едешь и кайфуешь, просто получаешь удовольствие. Акции «На работу на велосипеде» проходят по всей России и призваны мотивировать жителей нашей страны пользоваться самым экологичным видом транспорта. Ребята, присоединяйтесь к нам, это самое главное. Кататься на велосипедах – это отдельная история. Это несравнимо ни с машинами, ни с чем другим. Это очень круто. Елена Грискова, Владимир Листик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.